Всем привет. В Туапсе еду. Чисто. На улице сегодня спокойно, ветра нету. Вот. В Туапсе дождь обещают. В Лазаревском пасмурно. Далекие корабли большие какие стоят, туапсинские. Поселок Лазаревского района. А со стороны Сочи Шоумянка. Это где русская мамайка в Сочи, центральный район. И оттуда же начинается Шумянка, Лазаревский район, и вот Магри. Вот здесь он кончается, Лазаревский район. До Туапса еще чуть-чуть осталось доехать. Раньше, до 60-х годов, Лазаревский район относился к Туапсинскому. Городу Туапса. Станция Магри. Следующая остановка Шепси. The station.
Лазаревского до Сочи это 50 километров. Из Лазаревского до Туапсе 20. Напрямую, если вот электричкой считать. Потому что на машине там серпантины там по-любому. О, дельфин увидел. Мастёвый денёк, значит, будет у меня, он дельфин. Вон, два дельфина, вы видите? Мы прибываем на станцию Шепси. Спереди виднеется уже Туапсе. Корабли какие здоровые. Да. Рыболовные или соляру возят. В Туапсе же есть завод. Туапсе портовый город. Порт. Самолет какой-то здоровый летит над ними. Даже два, это вертолета. Да, два вертолета летят. Так что Лазаревск находится между Туапсе и Сочи. С Лазаревска на автобусе уже 6 раз ездил в Крым. 15 часов езды до Ялты. Еще 950 сейчас билет стоит, полгода назад стоил 1750, год назад 1650. Это что там такое, как сети, как будто. Чайки купаются. От Туапсе где-то 4 километра находится скала. Там бриллиантовую руку снимали. Попробую попасть туда. Эта скала называется Киселёва. Сегодня 11 октября, напоминаю, время 10 минут 11. Следующая остановка Гизельдере.
Прибыли в Туапсе. О, меня собаки встречают. Здорово, друзья. Вот такая станция. Небольшая. Я в Туапсе. Автовокзал в Туапсе. Семейный магнит, гипермаркет у них есть. Парк. Парк. Плюс 22 в Туапсе. Росморпорт. 22 градуса. Слушайте, ну тут солярий прет, это вообще караул какой-то. Тут же заводы по этой соляре. Я даже с ласточки, когда сошел на авто, на станции, такой духан был соляры. Тут даже рыбу кефаль. Наши лазаревские приезжают, ловят, жарят, она солярой пахнет. Фонтаны зато работают. Павел Иван Петрович. Памятник. Великий русский физиолог. Борцам за власть советов.
Кафешки тоже тут у них. За дорогой уже море. Рыбаки стоят. Туапсе. Одиннадцать сорок два время. Город воинской славы. Москва, Кремль, Путин. Максим Горький.
толпа какая-то скопилась. ЗАГС, может, там. А так ничего особенного, как и везде. Городишко. Ящерица с короной. Фрейрок побежал домой. Даже не солярка, газом каким-то воняет.
Аж одно все равно не верно будет. Так, куда мы идем-то, не пойму. Свадьба. Машины здесь. Семерка, Фольд старый. Десятка. Что-то иномарок мало здесь. Плохо живут, что ли? Туапсинский шарик, да? Ты туапсинский шарик? Уважаемые пассажиры, при обнаружении забытых бесхозных вещей и предметов сообщайте об этом сотрудникам железнодорожного транспорта или полиции. До прибытия указанных лиц не принимайте меры к их осмотру и удалению с места обнаружения. Телефоны прямой связи установлены в залах ожидания на первом этаже вокзала. На Лазаревскую только через, не через, а без 26 идет ласточка, а сейчас без 22, а мне тут уже надоело ходить, честно. Город воинской славы, Туапсе. Солнышко выглянуло, было пасмурно. Не знаю, на эту скалу туда автобус ходит. 2 часа его тоже ждать. Туда уедешь. Потом на чем оттуда уедешь и на электричку опоздаешь. В такой непонятке стою сейчас. В такой непонятке стою, блин. Пойду, наверное, смотреть, как рыбу ловят рыбаки, если ловят. Утром подходил, ничего не клевал. В центре города поезда ходят, машины стоят, ждут. Товарняк он стоит, перекрыл дорогу к морю.
стоим, ждем, когда он тронется. Уже минут 10 стоит. А за ним 5 метров моря. Вот так он стоит. Местный поезд. Не как у нас проходные в Лазаревском. Местный. Вот так ползет он уже минут 5. Веранда. Всегда вкусно и весело. Мне что нравится здесь? Шахматы играют. Вот что мне нравится. Там нарды, здесь шахматы. Это мне нравится. Ну неужели дождался? Сюда бы я бы в этот город не приехал жить из-за одного только вот этого поезда. Один ушел, другой ползет. Кафе написано на этом корабле. С 11 до 12 зажигает кафеша. Это центральная набережная. Яхточка плывет. Я думал, тут только сухогрузы. Морячки молоденькие ходят. Тут, оказывается, училище есть морское.
шалости детей и подростков вблизи железной дороги. Не подвергайте вашу жизнь и жизнь близких вам людей опасности. Будьте внимательны и осторожны. Now, by arriving at the station, Yuzhny.